Эта штука называется умная розетка. В чем плюсы умного дома от Ростелекома? Ничего не нужно дополнительно сверлить в уже сложившемся ремонте. Все монтируется на уже имеющейся конструкции. Розетка резко стала умной. В нее можно включить чайник и еще лежа в постели включить его и начать кипятить. Дом Александры теперь умный. Интерактивным он стал благодаря пакетному предложению от Ростелекома. Умный дом всегда под контролем, даже когда его хозяин далеко. В умный дом входят камеры видеонаблюдения, розетка, лампочка, датчики дыма, протечки, движения и другие умные приборы. Система датчиков и устройств моментально пошлет уведомления о любых происшествиях. Управлять бытовыми приборами можно удаленно. Например, с помощью смартфона выключить утюг, если даже вы уже на работе. Я себе задаю вопрос, а кому это не нужно? Пока я не нашел, кому бы это было не нужно. Сценариев много. Это и для школьников, это и для бабушек, это и для молодых людей, которые, ну, не бывают дома, часто уезжают, и при этом дом находится под контролем. Это и от того, чтобы не пробежала. Сантехника частенько подводит в высотных домах, затопить соседей. Это бывает поздно, и чем дольше прорвешься, тем для тебя это дороже получается. Здесь у тебя сразу сработает датчик, и ты понимаешь, что бежит вода, и нужно что-то предпринимать действие. В дальнейшем у нас даже сейчас будет в разработке, что воду можно будет автоматически перекрыть. Вся система состоит из контроллера. К нему можно подключить больше 200 устройств, а дальше управлять набором опций в зависимости от своих желаний и потребностей. Установка занимает минимум времени, обязательно нужен интернет. Яна Романова, Павел Рютин, новости сейчас.